третий дурачок, Емеля. Те братья работают, а Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не хочет. Один раз братья уехали на базар, а невестке давай посылать его. Эй, Емеля, просыпайся, за водою собирайся, хватит дрыхнуть на печи. Да убейся, не грещи, за водой неохота, это не по мне работа, лучше братьев ты пошли. На базар они ушли. Буду я тебя ругать, коль не будешь помогать. Если принесу воды, что награда за труды? Братья привезут с базара для тебя сапожек пару. Ладно, я уже иду. Емеля с Федорами уходит из избы. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. На печи лежит дурак, хорошо ему и так. Емеля останавливается напротив озера, берет ведро и зачерпывает. В ведре оказывается щука. Вот удача! Ха-ха-ха! Будет славная уха! Щука пытается вырваться, Емеля хватает ее руками. Удержал-то еле-еле. Отпусти меня, Емеля. Знаю, я тебе пригожусь, коли в речке окажусь. Эх ты как разговорилась! Ну, хуб ты мне сгодилась! Отпусти, не пожалею. Вот морочишь лица. Ну и что же ты умеешь? Чую, ты меня обманешь, отпущу, как воду камешь. Ты меня тут не заливай. Все, что хочешь, пожелай. Вот морочишь лицами. Я хочу, чтобы ведра сами вслед за мной домой пошли. Воду сами отнесли. Что, по-твоему, все стало? Скажи, как я сказала. Как по щучьему велению, да по моему хотению. Как по щучьему велению, да по моему хотению. Ведра вы домой ступайте и воды не расплескайте. Ведра начинают медленно двигаться к дому. Емеля бросает щуку в прорубь и идет за ними. Ведра входит в дом. Из окна выглядывает невестка. Вот так чудо из чудес! Я на печь полез. Некогда валяться. Должен лезть и собираться. В доме кончились дрова. Печка теплится едва. Ну а ты-то здесь на что? Сделай то, да сделай то. Неохота. Буду спать. Все, подарков не видать. Ух ты, вредная такая. Все прокочет и прикает. Я подарки получу. Очень, очень их хочу. Емеля уходит из дома. Из-за дома появляются сани без лошади. Емеля садится в сани. Отворяй скорее врата. Вот мне не было заботы. Как поедешь ты, дурак? Ты ведь лошадь не запряг. Сани трогаются и едут к лесу. Невестка уходит в дом. Из окошка дворца выглядывает боярин. Как по щучьему велению, да по моему хотению, сани без дремучих выступайте. За горами, за лесами. Сани мои, сани, мне не нужен вездеход. За горами, за лесами лучше вряд ли кто найдет. Как по щучьему велению, да по моему хотению, наруби-ка дров топор, коли ты еще остер. А дрова лежите сами и запрыгивайте в сани. Я пока что отдохну, съем корюшку и вздремну. Что? Что-то видно здесь не так. Знать, Семеля, не дурак. Где же видно, чтоб сани по снегу катали сами? Я тихонько посижу, за Емелей послежу. Емеля скрывается за деревьями. Тут же из-за них появляется топор. Боярин выглядывает из-за деревьев уже со стороны озера. Ох ты, Господи, спасишь, как лесом покосил, надо ложить царю. Боярин убегает со стороны дворца. Топор скрывается за деревьями. Тут же появляются сани, груженные дворами, дровами. Сверху на них сидит Емеля. Сани едут к дому и скрываются за ним вместе с Емелей. Боярин подбегает к крыльцу царского дворца. Из окна дворца выглядывает царь. Боярин показывает рукой в сторону леса.
тогда, чтобы по сукровам сани дураков возили, сами ведра за водой ходили, топоры дрова рубили. Кто такие? Как посмеет? Да все дураки Меля, он деревья покосил, тьму народа подавил, царство наше разоряет, и такое вытворяет, вся наш батюшка беда. Привезти его сюда, да в темницу, будет знать, как царя не уважают. Служба царская трудна, голова-то ведь одна, голову свою не жалко, надо проявить смекалку, ведь не гоже падать лучше государственному мужу. Тише ты, Емеля спит, страшно он на всех сердит. Что же делать, как мне быть, как его уговорить, ведь таков приказ царя. Не грози ему ты зря, крика он не переносит, ну а коль его попросят, да обновку посулят, угодить он будет рад. Невестка уходит в дом, Емеля выглядывает в окно. Ладно ты, ступай вперед, догони с пути народ, пусть готовит царь обед, и буду за тобой вслед. Боярин бежит к дворцу. Как по щучьему велению, да по моему хотели, поезжай на печь к царю. Дом шагает из него, выезжает Емеля на печи и едет через лес к дворцу. Из дворца выходит царь. Печка останавливается перед дворцом. Что ты натворил, злодей? Ты зачем давил людей? Сам стиль сам убил и боярина побил. В окне дворца появляется Марья Царевна. Емеля смотрит на нее. А царевна ты пригожа, жаль на батюшку похожа. Как по щучьему велению, да по моему хотели, пусть вдруг средь бела дня страшно влюбится в меня. Печь вместе с Емелей и Марьей Царевной выезжает в дворец. Емеля выглядывает из окна, а Марья Царевна выходит на крыльцо. Зла на вас я не держу, напоследок лишь скажу, как по щучьему велению, да по моему хотению. Счастье я свое дошел, пусть все будет хорошо. Вот и сказки-то конец. А кто слушал, молодец. Продолжаем аплодисменты на 6-й день на сцену.